Zerto was formed almost 10 years ago, and basically the way Zerto created the first product was an innovative way and an innovative take on how we can do DR. And today Zerto is the market leader in the DR space. We changed the industry in a sense, because now all the competitors of Zerto are talking in the Zerto way. The Zerto terms, like continuous data protection and things like that. Наша основной продукт это Zerto ZVR. Zerto Virtual Replication – очень крутой продукт, который реально помогает нашим кастомерам защищать огромные объемы данных. Если к нам приходит девелопер и он хочет поэкспериментировать с какой-то технологией, у него фактически всегда есть такая возможность. Если технология хорошо впишется в то, что мы делаем, то это, безусловно, пойдет в продакшн. Когда у меня спрашивают, какие типы задач нужно решать на проекте, я привожу следующий пример. Первый этап разработки, новые фичи там, ну или user story – это всегда дизайн. Это время, которое разработчик может потратить на то, чтобы там, обдумать архитектуру, подучить новый для себя домен или почитать существующий код. Это довольно сложные, масштабные бэкэнд задачи, в которых нужно учитывать качество, связность кода, его оптимальность. У нас качество написания кода намного важнее, чем скорость. Именно поэтому, кстати, покрытие своего кода юнит-тестами – это тоже обязательная фаза имплементации. Мне очень нравится, что Zerto делает все возможное, чтобы мы чувствовали себя частью команды. У нас проходят хакатоны в Израиле, нам устраивают engineering kick-off. Для хороших специалистов, инициативных специалистов, открывается много возможностей, и хороший рост они могут стать лидами, тех лидами, если они действительно инициативны и могут закончить задачу от самого начала и довести ее до релиза. Прежде всего, меня вдохновляет то, что на этом проекте у меня есть действительно сложная инженерная задача, которая бросает вызов. Если вчера тебе это кажется очень сложным или практически невозможным, проходит неделя, и ты уже как бы в этом специалист. Это очень сильно вдохновляет меня. Мы ищем людей, начиная от middle уровня, заканчивая этими лидами. Если вам интересно с нами познакомиться, приходите к нам на собеседование. Join Zerto and help us protect the data in the world.